18 марта на стадионе универсального спорткомплекса Подмосковья прошел флешмоб, приуроченный годовщине воссоединения Крыма с Россией. В праздничном мероприятии приняли участие юнармейцы школы номер 3, 10, 16 и 2 гимназии, а также отряд «Каскад» из молодежного центра «Навигатор». Ребята, выстроившись в красивые стройные ряды, подняли два флага – России и Крыма, схожих по цветовой гамме. Ровно 7 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Возвращение данной территории в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в тот день в Москве главами России и Республики Крым. Согласно документу, Республика Крым и город Севастополь были не только приняты в состав нашей страны, но и стали ее новыми субъектами.